Samsung S85 2.0. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung S85 2.0». Дисплей меняется в сборе с тачскрином. Все дополнительные элементы при замене дисплея необходимо переместить на новый модуль. Отверткой снимаем флеш-считыватель, затем динамик с разъемом мини-гарнитуры и фронтальную камеру. На новый дисплейный модуль устанавливаем фронтальную камеру, гарнитуру с динамиком и флеш-считыватель. Все, дисплей заменен.